невероятный красотища. Здравствуйте. Наталья. Пойдем к соседу сходим? Пойдем. Итак, это наша комната. А вот здесь кто-то живет. Иди за первое. Мы идем в гости к соседу. Ты за раками? Никого? Офигеть. Так, никто не видел. Ладно. Соседу, в общем-то, зайти не удалось, так как его нет дома. Соседу не повезло. Да, вот это точно. А мы сейчас идем есть раков. Боже, как прекрасно, привет, настроение прекрасно, так же, как и Сочи. Правда, огромная молния сверкает постоянно. Сейчас упадет такая ливеняка, начинает холодать, хотя мы приехали, было жарище прямо. Жарище. Итак, идем дальше. Алла, ты поговорила? Нет, я почти поговорила. Давай, пойдем уже. В общем, ребятки, ой, я даже фильтр забыла включить, это такая красиво. А ну. Смотри. Так. О, вот это, по-моему, супер. Еще дальше. Вот так. Все. Так. Боже, как прекрасна эта жизнь. Наша кроватка. Класс. Так, давай, господи, уже пошли. Я раков хочу. Мы сейчас будем раков. Так. Мы и отдыхаем. Я еще и работать буду, выступать. Но, в общем, так, ребят, так как вы еще где-то гуляете, где-то еще все гуляют, поэтому зайду к вам попозже. Mwah.